хлебосольством да радушьем в знаменит Кунгурский край. Здесь сегодня и песни русские, и, конечно, каравай. Участников автопробега «Башкортостан-Алтай» или сокращенно БАЛ кунгурики встречают хлебом-солью. Делегации города и района встретились на границе муниципальных образований, чтобы поприветствовать коллег из соседнего региона. 15 человек на 5 автомобилях за 15 дней планируют преодолеть 3 федеральных округа, посетить 10 областей, краев и республик страны. И нам очень приятно, что в первом же вот месте, где мы останавливаемся, нас так волшебно вообще встречают. Прям вот низкий поклон вам. В составе делегации прокуратура, лидеры общественных движений и партий. Всех участников автопробега объединяет то, что они задействованы в сфере профилактики наркомании среди малолетних и решили найти новые формы работы в этом направлении. Хочется общения с людьми и обратного какого-то отклика, да, что же на самом деле нужно делать для того, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение были здоровыми и не вовлекались в употребление психоактивных веществ. И что очень примечательно и очень благодарно, мы как только решили, на следующий день написали письма федеральному Единой России, а также прокурор нас поддержал, подписал, и буквально в течение недели все написали обратную связь региона, которому мы заложили маршрут. Соответственно, реакции. Мы очень рады, классно, приезжайте, мы вас встретим. В программе автопробега, помимо посещения достопримечательностей, таких как, например, Кунгурская ледяная пещера, есть и ряд официальных мероприятий. За круглым столом со своими коллегами они поделятся опытом и обсудят направление работы. Где в Кунгуре поесть прилично? С другом посидеть отлично. Я не знал, мне подсказали. Очень сказочно в Версале. Все готовится с душой. Выбор блюд такой большой. И в помины на обед, и на праздничный банкет. Приходите в именины, в день рождения и крестины. Юбилей здесь отмечайте. Свадьбу шумную справляйте. Кто здесь не был, мне вас жаль. Загляните-ка в Версаль.